Всем привет! С вами, как всегда, Песик Лайки, и это новенький Roblox видосик. И сегодня будем с вами снимать интереснейший режимчик, который называется «Нельзя выходить из красного круга». Мне его предложили подписчики из моего телеграмчика, и я не смог от этого отказаться. Поэтому давайте-ка рассказывайте, показывайте, что тут надо делать. Мне сказали, что нужно дойти какой-то круг или что-то подобное, и нельзя из него выходить. А, да, действительно, смотрите, вокруг нас есть какой-то круг. И непонятно. Так, вы готовы? Что значит «вы готовы»? Непригодно, я не понимаю, что это значит. Подождем, пока ничего не будем нажимать. Так. У нас правило 2. Получите весело. Что значит «получите весело»? Да, интересно. Нам нельзя выходить из какого-то красного круга, и нужно что-то получить. А вот, правило 1. Не оставляйте круг. А, все понятненько, и получите весело. Что значит «получите весело»? Непонятно. Смотрите. Нас каждым разом становится все больше и больше. Больше игроков, больше веселья. Все правильно, так. Какой черный кот, это кто это? А, это чей-то питомец, это, наверное, чей-то питомец. Так, с нами на этот раз играет. С нами играет кто-нибудь новенький, да? Да, с нами кто-то новенький, пока не могу разглядеть. Тедди, по-моему, ты уже с нами снималась видосики. Так, Лайки, я знаю команду на танец сказать. Подожди, так. Не в Москве, а в МО. Непонятненько. Так, что, и чё? Ну, выходить из круга нельзя, и... А, все, смотрите, нас куда-то закидывает какую-то... Что-то куда-то... А, это было просто было лобби, и надо было там собраться. Так. А что будет круг делать? Что будет делать круг? Я не понимаю, какие-то вертолеты, что это такое? Непонятно, соль, перец, что это там летает? Непонятно. Так, нельзя выходить из круга. Да, наверное, лучше открыть чат. Нас мало, ну вот, и началась игра. Ага, все понятненько. Нас мало... Ой-ой, что это такое-то? Круг сужается, и что? И надо просто стоять? Или что? Единственное правило — не выходить из круга. Мы начали уже. Вот и началась игра. Так, все, ребят, давайте посмотрим, что же это такое за такой красный круг. И чего? И просто ждем. Добро, до... Быстро пойди на стороны. Что значит «быстро пойди на стороны»? Что значит «быстро пойди на стороны»? Я не понимаю, что надо делать. Так, на нас летят какие-то шары, что... Чего? Ой. А, понятненько. Надо убегать от всяких ловушек и препятствий. Все понятно. Так, смотрите. Ой, я думал, там у меня что-то приземлилось, а на самом деле... Ой-ой-ой, меня куда-то закрутило. Подождите. Я не хочу. Я хочу вылезти отсюда. Смотрите, как меня колбасит. Что вообще творится? Ой-ой-ой. Всех засосало в этот круг. Ой, смотрите, нам повезло. И нас не выкинуло. Карл. Ой, это какой-то Карл. Я думал, это мой подписчик. Это какой-то Карл-убийца. Непонятно, кто это. Вот. Надо от него убегать. Смотрите, этот Карл, он пытается нас похитить, вытолкать из круга. Что он хочет сделать? Ты кто? Как тебе, что тебе надо? Смотрите, Кока. Смотрите, можно от первого лица рассмотреть вот этого самого Карла. Эй, Карл, дай-ка я тебе на превьюшечку сниму, Карл. Блин, он кого-то схватил, смотрите, это что такое? А, это какая... Ой-ой-ой, смотрите, какая карусель, какая-то карусель по нам прокатилась, какая-то карусель. У нас отнялось ХП. Вот это да. Так, Карл, дай-ка... Ой, подождите, к нему нельзя прикасаться, и как же мне тогда тебя вырезать на превьюшку? Давайте-ка попробуем вот так. Так, все, смотрите, какая-то мина лежит, наверное, к ней нельзя подходить. Ой, смотрите, опять ураган. Нельзя, нет, Аксолотль покидает нас, Аксолотль, подождите. Так, стоп, давайте, как, что-то надо делать, интересно, вообще что-нибудь можем с этим поделать? Ой, смотрите-ка, нас, ой, смотрите, нас выкидывает, нас дует огромным вентилятором. Нет, давайте, бежим на месте, ой, кегли, какие-то кегли, что надо делать? Сейчас, наверное, начнется какой-нибудь боулинг. Ничего себе, вот это да. Смотрите, какая-то машинка. Что это такое-то? Бои на машинках, сталкивание на машинках. Что? Аккуратно. Они, наверное, должны нас вытолкать. Какой-то шип вылез из-под земли. Вот это да, ой. Меня врезалась машинка. Ничего себе, это что надо делать-то? Надо на них запрыгнуть. Запрыгиваем, ребят, быстрее, запрыгиваем на них. Ё-моё, вот там можно запрыгнуть. Смотрите, справа. Лайки, запрыгивай. Куда запрыгивать-то? Лайки уже... Эй, я уже запрыгнул, почему меня вытолкали? Что такое? И все заново. И все надо начинать заново. Ребята, что мне надо делать? Респавн. 18 секунд респавн. Респавн. А, подождите-ка. Чё-то я ничего не понимаю. Нет, блин, все, я проиграл, что ли? Ну-ка, респавн. Подождите-ка. Респавн. За 50 робуксов. Не хочу я тратить 50 робуксов на респавн. И что же надо делать-то? Может быть, начнем заново? Подождите-ка. Все? Что, чего? Пол превратится в лед через... А, вот, смотри, какой-то лед у них там что-то превратилось. Вот это да. Может быть, да, давайте еще раз. Давайте еще раз. Я же не знал, как играть в эту игру. Вы же сами мне ее посоветовали. Я-то вообще не представляю, что тут надо делать, зачем тут надо делать. Смотрите-ка, есть какая-то веревка. Давайте еще раз.
Гоу, давайте вернуться в лобби, ворачиваемся в лобби. И попробуем. Теперь-то мы точно знаем, что же нам предстоит. Так, Аготи. Ой, а я вернулся не туда, совсем туда вернулся. Давайте еще раз, а что же мне надо делать теперь, чтобы вернуться еще раз? Погодите-ка. Так, я решил перезагрузить игру, чтобы играть с своим подписчиком, потому что меня выкинуло в общее лобби, а там я знал всего два человека. Надеюсь, сейчас они к нам подключатся. Все хорошо, давайте-ка будем играть меньшим составчиком, чем на обычном сервере, но зато нам будет веселее, мы друг друга знаем, и нам от этого еще веселее. Так, загрузилась игра, вернее, загружается игра, и мы снова оказались в этом красном круге. Так, давайте-ка все закроем, все, что нам может мешать, проходить нормально этот прикольный режимчик. Так, сейчас, чего там? Так, у нас получается 2, 4, 5, 6, я шестой игрок. Так, лайки, помнишь, ошибки делают нас сильнее. Да, конечно, ошибки делают нас сильнее. Куда ты, Тимур? Зачем ты убежал? Так, стоп. Сейчас, интересно, что же будет за испытание? Я даже себе представить не могу. Так, ой-ой-ой, гигантская девочка, смотрите. А, это аксолотль. Я аж испугался, почему она такая гигантская? Аксолотль Ева. Я думал, это какой-то призрак-убийца или что это такое? Непонятно. Думал, у тебя вообще хвост, а это у тебя какой-то... Кто это? Тюлень. Это какой-то тюлень. Почему же такая огромная, а? Интересно, почему? Ой-ой-ой, на нас падает така. Ужас, какой-то ужас. Давайте-ка, первую волну мы пережили. А игроки, ой-ой-ой, не пережили, еще не все упало. Так, стоп, просто бегаем, чтобы на нас не упала така. Опять вентилятор. Ребята, просто бежим на месте и ни в коем случае не отпускаем кнопочку бежать. Так, стоп, все, я залез, ребята. В следующий... Так, не столкни меня, пожалуйста. Так, все. Давай, Стас, перфил, давай, есть, нет, ты не смог, какой ужас, нет. И нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, и все равно нас осталось 6 человек, да. А это-то чего? А, тихо, надо ни в коем случае не попадаться, наверное, что-то надо нажимать, нет, сейчас он меня выкинет, я чувствую, он меня сейчас выкинет. Смотрите, нет, это нечестно, фу, мне повезло, и у меня осталось совсем чуть-чуть хп, да, вот это да. А, интересно... А, оно восстанавливается! Это уже очень хорошая новость, что ХП восстанавливается. Так. Круг все-таки можно покидать, как я понял. Но только не надолго. Это что это летит-то такое? Все лезем наверх, ребята, без меня не залезьте, без меня. Пожалуйста. Бежим, давайте. Ничего себе, это надо с самого верха залезть. А, она... Я думал, она бесконечная. И чё? А, все, просто надо было вот так вот, потому что оставаться на земле было небезопасно. Так, аккуратно, ребята, аккуратно. Смотрим, очень внимательно смотрим, чтобы нас не похитили зеленые инопланетяне. Ой-ой-ой, боулинг, начался боулинг, смотрите. Нам несказанно, говорю, везет, практически везет, да. Канги Кэт покинул игру. Вот еще минус один игрок на карте. О, аксолотль стала маленькой. А зачем она была большой? Наверное, для того, чтобы нас раздавить? Непонятно. Так, а тем временем игра продолжается, и нам дали какие-то подушки. А, это, наверное, надо бить кого-то подушкой. Давай не будем никого бить подушкой, ребят, давайте никого не будем бить подушкой. Это что такое? Это был портал, ребята, это был портал. Ничего себе, на него нельзя наступать. Вот это да, вот это я чуть-чуть не попался. Я думал, специально нужно на него наступить. Амогус. Так, стоп. Чего, все, закончилось это испытание? Давайте следующую. Лайки получил 1-минутное силовое поле. А зачем оно мне нужно? Зачем мне нужно силовое поле? Наверное, я теперь не... Как это? Бессмертный? Нет? Или что? Или меня нельзя похитить? Меня не сможет похитить ураган. Так, силовое поле. Мне кажется, что... Подождите, я могу этим силовым полем кого-нибудь защищать? Стой, Тимур, чуть-чуть не утащили. Так, стоп. Подождите, игроков осталось 5. Нас было 6. Или даже 7, я уже запутался. Осталось 5. Это кто такой? Какой-то кальмар. Что это такое? Игра в кальмар какая-то началась. Или что это такое? Я не понимаю. Так, очень аккуратненько. Давайте-ка смотреть, что же будет сейчас происходить. Такое ощущение, что сейчас на нас что-нибудь шандарахнется, или нет? Подождите-ка, давайте-ка просто... Ой-ой-ой, что это было? Смотрите-ка, я что-то ничего не понимаю пока что. Все, ребята, лезем наверх, быстрее, забирайтесь. Иначе, а что там внизу? Интересно, давайте просто будем смотреть вниз. Что ж там такое произойдет, если мы останемся в самом низу? Надеюсь, я не шандарахнусь. Фу, это кто? Это чего? Это непонятно. Это непонятный паркурчик к нам приземлился. Не подходите, я вооружен. Что значит ты вооружен? Тихо. Давайте-ка будем держаться от него подальше. Он говорит, что он вооружен, очень опасен. Так, игроки, оставшиеся их 5, да, все хорошо. Пока что мы неплохо держимся, ребята, Так, мы прошли еще одно очередное испытание, и что-то написано... А, вот, смотрите, ё-моё, смотрите, на нас нападает клоун. Да-да-да, мы уже встречали этого клоуна в одном из предыдущих видосиков. А, как же он назывался? Побег из карнавала.
сейчас где-нибудь справа будет ссылочка на этот видосик. Видосик, он тоже очень прикольный, поэтому обязательно его посмотрите. Ты куда это там сел? Зачем? Сейчас уедешь, куда-нибудь уедешь. Зачем ты сел туда? Вот молодец, молодец. Так. А, у нас не забрали подушки, мы можем лупить друг друга подушками. Это прикольно. Ой, круг-то сужается, смотрите. Я думал, это бесконечная игра. Что-то наподобие лифта. Там много-много лифтов, ой, много-много этажей. А здесь лифт сужается. Смотрите, скоро игра подойдет к концу. Лайки, на карусели можно кататься. Что это? Ой, это паркур какой-то паркур. Ребят, это паркур надо пройти. Ребята, паркурчик, это мы обожаем. Это наши самые любимые режимчики. Так, наверх, наверх, наверх. И все, все, мы залезли наверх. Все, мы прошли паркур. Мы молодцы. Мы молодцы, мармолодцы. Ой, аккуратно, чуть-чуть не вывалился за круг. Вода поднимется через... Ой, еще надо один паркур пройти. Ой-ой, сейчас какая-то вода поднимется. Я не хочу проиграть, если вода поднимется через... 5 чего-то там, секунд. Аккуратно, аккуратно, ребята, все-все-все-все-все залазим сюда. Все залазим сюда. Тимур, Тимур, давай быстрее, давай. Нет, смотрите, смотрите, смотрите. Под... Есть, есть, мы все остались живых, а это значит, что нас все-таки еще 5 человек. Экзит. Что значит экзит? Я туда не пойду, такое ощущение, что туда ходить нельзя. Следующий игрок, покинувший круг, получит 20 жетонов. Не ходите туда, это все вранье. Никаких 20 жетонов вы не получите, это обман, обман, обман. Так. Нет-нет, нас 5. Да, нас 5, я только что посчитал. Эй, чё, куда мы прыгаем? Ой, тут надо прыгать куда-то. А зачем мы прыгаем? И куда это мы должны? Просто должны прыгать, да? Так, стоп. Просто мы должны, просто должны прыгать. Что случилось? Я ничего не понимаю. Ой-ой-ой, смотрите, сейчас в какую сторону оно будет крутиться? Интересно, в какую же сторону оно будет крутиться? Так, смотрите, мне кажется, самое удобное это прыгать внутри круга, в самом центре, потому что радиус самый маленький. Да-да-да, я немножечко выучил геометрию и знаю, что такое радиус. Радиус. Вот. Так-так-так, стоп. 4 игрока. Мы потеряли одного из игроков. О нет, о нет, о нет. Подождите, по-моему, это какая-то ерунда. Она нас никак не сможет задеть. Так. Ой, смотрите, оно еще и прыгать нас заставляет. Ё-моё, что такое? Что делать-то надо? По-моему, это безопасно. По-моему, это пока что какое-то очень безопасное мероприятие. Событие. Ой, это кто это? Скала! Что это? Кто такой? Скала бежит за мной! Нет-нет-нет, он очень опасный, он очень-очень крупный, он очень накачанный, поэтому мы его очень боимся. Так, убегаем-убегаем, просто бегаем от него по кругу, чтоб он до нас не докопался. Так, ой, смотрите, началось вообще какая-то чертовщина! Ой-ой! Так, аккуратненько перепрыгиваем. Так-так-так, теперь-то полегче стало, потому что испытание... Я думал, сразу 2 испытания будет в одном. А, она стала быстрее крутиться, вот, по-моему, в чем прикол. Она стала быстрее крутиться. Так. И сейчас, наверное, начнется что-то адский паркур, пол это лава, и сразу на нас нападут 10 скалы Джонсонов. Так, куда и чего? Не надо, я не... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Опять крутилка, и все меньше места, чтобы от нее убежать. Так-так-так, еще раз перепрыгиваем, перепрыгиваем третий раз, четвертый, сколько же интересно оборотов? Надо посчитать, 5, 6, 7, 8, 9, наверное, 10, нет, 9, 9 оборотов. Она делает 9 оборотов, и все. Так, наслаждайтесь. Чего значит наслаждайтесь? Непонятно, что, чего, что нам что-то подарит. Ой, нам дали так. Нет, я не буду есть. Я не буду есть. Так, я говорю. Я не буду есть чит. Нет, я не буду его есть. Мне такое ощущение, что его есть нельзя. По-моему, он специально дали, чтобы мы с вами отнять хп. Так, нас четверо. Пока еще нас четверо. Кушай. Надо кушать его. Ну давай, окей, давайте скушаем. Ням-ням. Хорошо. А что, и все? Нет-нет-нет, тихо-тихо. Куда это ты? Так. Так-так-так. Почему, чего, где? Аккуратно, аккуратно. Я... Что-то я не стал рисковать почему-то. Кажется, что этот воздушный шар был какой-то опасный. Ой, меня напугал твой черный кот. Быстренько все, быстренько паркурчик. Проходим паркурчик, ребятки. Только не толкайтесь, иначе поднимется вода, и мы все проиграем. Так, все, мы залезли. Молодцы, молодцы. Мы все залезли. Сейчас надо будет встать вот сюда, потому что мы упадем за круг. Так, надо будет встать ближе к центру. Так, так, так. Доберитесь до вершины. Вот так вот, смотрите. Я почти угадал и чуть-чуть не вывалился за круг. А что это интересно за вертелки по бокам? Нам ничего не написали. Получил, что-то там спираль, метеориты начнут, что-то там с неба, сейчас начнут падать метеориты, ой-ой, что ж делать, а как от них убегать? Стоп, 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 я не хочу получить по голове метеоритом. Так, по-моему нас пронесло, метеориты по нам не попали, так, и что делать-то надо? Ой, подождите, какие-то красные круги, надеюсь, под нами сейчас не появится какой-нибудь красный, ой-ой, на нас упал наковальня, что это вообще творится? А, тут не только метеориты падают, тут еще падают наковальни. Какие-то круги, круг сужается, что-то все крутится. Это какой-то сумасшедший режим, вообще ужас. Рандом плей, лиз гид, при что-то там. Непонятно, что какой-то рандомный плей, я не дочитал. Я гравити койл. А, я получил пружину, я получил пружину и могу высоко прыгать. Нет, я не хочу высоко... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо, я же гравити койл, да-да-да. Мне теперь проще играть. Если я буду прыгать, мне будет проще находиться в центре круга. Все, началось твориться вообще какая-то чертовщина, смотрите, ужас. Ведь как вот нам от нее убежать? Мне просто подскажите, пожалуйста, как мне от нее теперь убежать?
Давайте-ка все дружно сопротивляемся ей. Сопротивляемся. У меня есть гравити-пружина. Вот, она мне, наверное, и помогла. Ой, кто это? Ой, какие-то мячики падают. Что вообще творится? Не надо толкаться, ребят, никто не толкайтесь. Сдвинули колесо. Мама, фух. Так, да, я сам уж переживаю. Так, пока что мне везет, а мне ничего по голове не прилетело. Подушка. Нет, подушка мне не нужна. Мне нужна гравити-пружина. Это круто, очень круто. Так, давайте-ка. А, все, у меня забрали гравити. Все, не раздави нас. Не раздави нас, огромный Cuphead 2012. О, смотрите, Карл. Пришел Карл. И как же нам от него убегать, когда тут еще под ногами горит все, что можно гореть? Тихо. У меня отобрали гравити-пружину. На нас падают наковальни. Что вообще такое? Что это падает? Что это такое? Непонятно, что это такое. Какие-то квадраты, кубы, что непонятно. Так, осталось 4. Ой, что у тебя с головой, Скруп? Смотрите, ха, интересно. Один стал огромным, у второго большая голова стала. Да, очень интересный, очень прикольный режимчик, кстати. Почему-то я раньше о нем не слышал. Да, интересно. Вот каждый день вижу новенькие режимчики, которые подсказывают мне мои любимые подписчики. Так. Из телеграмчика. Напоминаю, мне из телеграмчика. Так, аккуратненько. Стоп, давайте-ка. Ой, куда это? Чего это? Ой, они нас заставляют подпрыгивать. Вот он в чем прикол. А нас не отнимает с ХП при этом. Так, мы просто прыгаем. Что же будет следующим? Аккуратно, вы только не выпрыгните, пожалуйста. А это нужно пройти игру до конца. Круг уменьшится на 2, на 1, чего? Вытолкайте его кто-нибудь отсюда. Ой, зачем ты меня толкаешь прямо к этому маньяку? Тихо. Надо это дело перепрыгнуть. Вот, смотрите, клоун пытается меня схватить. Чего? Что это такое? Ребят? По-моему, здесь бесполезно пытаться это пройти. Сейчас вот это... Ой! Оно еще и крутится, смотрите. Я выиграл, смотрите, я остался последним, и поэтому я выиграл. Мне дали табличку Point Alert, что-то там, непонятно чего-то там. Да, это был очень прикольный режимчик, и я даже занял первое место. Ну, конечно, не с первого раза, но все-таки занял. Мне дали какой-то кубок и сказали, что я победил. Значит, я могу считать себя победителем. Ну, а вы, как всегда, не забудьте поставить лайк и подписаться на мои прикольные соцсети. Ссылочки я уже оставил в описании. Всем гав-гав и до новых встреч!